где же наш Рустик, блин? Где же наш Рустик на своем танке? Где-то он встрял. Да дорога-то накатная, может он проехал? Да нет, он, видишь, он говорит, это, колеса задние забивает, я встаю. Сейчас и подсохло еще немного. Вон они наши, ребят, гаврики. Уже коп? Уже, вот уже, они уже... где встряли, ты видишь? Уже копают, уже копают. Ой-ой-ой, вот здесь вот они встряли. Да что они? О, молодцы, блин, самое говно поехали. Да, молодцы. Накопали они тут, блин, уже изрядно. Давай, давай дальше не едь, Серый. Не едь пока. Давай здесь вот что-то пробьем. Давай. Ну вот, сейчас будем резать дорогу. Вот нас понесло, ешкин кот. Сейчас Рустика сюда тоже докатим. Он тоже перемахнет на ту сторону и по бровочке пойдем. Рустик, куда? Бля, сейчас там еще встанет. В дебри ушел, блин. О, молодец. Вроде дорога-то, да? Вроде и нет, да, жижи. Все, ребята, Рустик опять встал. Да не, встал. Все. Сука. Ребята, решили больше танк не мучить, а просто на сцепочке за них и зацепить и везти наш танк. Рус, что хочешь сказать про свой танк? А? Жопа подпиноловку надо купить. Жопа подпиноловка? Да. А мне кажется, нужно просто это, купить нормальный танк. Как вариант. Вот ты плясал, а. Да видел. Все, давай, цепляйте и поехали. Я тоже так думаю, сейчас откопаю. А то сейчас двигатель свой еще у танка сгорит. Ты это, детектором прошел, вдруг монетку намотал. Да сразу колесо сними, блядь. Бля, ты заебал. Ну а что, блин? Ты же постоянно хвалишь. Мой танк, блядь, мой танк. Вот так вот, ребята, танк. Едем, ребят, вагончиком. Сзади болтается у нас что-то. Я паровоз, блядь. Что-то у нас сзади там болтается. На сцепке едем, не вас тянет. Нам надо вон до тех вон лесков дотянуть, и все, мы дальше никуда не поедем, останемся на этой деревушке, хоть она не очень особенно интересная была по находкам, но дальше не попрем, не попрем. Ладно, ребят, я пойду до своей машины, у меня машина с Кингом стоит, так, вон она, вон машинка моя стоит. Сейчас пойду пешочком до, за машинкой, а пацаны пока, в частности Рустик, на свадьбу собрался. Ладно, камеру Сереге отдам, может что-нибудь интересное заснимет. А я пойду прогуляюсь. Ну что там, господа, Рут почти откопался вот. Я здесь в стороночке припарковался, чтобы не мешать им. И Санек, он совершает смертельный номер. Пытается на Шкоде прорваться. Пока вроде получается. Шкода тоже вездеход, походу.
Или у него резина, наверное, лысая, к ней не липнет ничего, да? Саша, тормози! Итак, ребят, всем привет! Наконец-то мы все-таки доехались, и я решил с вами поздороваться именно только сейчас. Натоптали мы мясо здесь, глины полно, но все же доехали, докуда смогли. И сейчас земляного деда немножко задобрим. Здесь есть небольшие участки огородов, где по огородам походим. Ну и, конечно же, шурф. Нашли несколько фундаментов, которые можно попробовать. Так что смотрим. Думаю, интересно у нас все-таки получится. Итак, ребят, у нас было условие. Кто-нибудь найдет монетку, мы идем к столу. Так оно и произошло. Серега монетку, трешку 28-го поднял. У меня только пошли находки. Первый слой, ребят. Это для тех, кто начинает шурфить и говорит: о, у меня ни хрена ничего нету. Первый слой, ребята. И это все пробки. Кто-то, блин, играл на баяне, бухал. Вот. И потом я только вскрыл дерево, пошло вот такое вот. Такая засыпка, такая сопутка. В принципе, тонкое стекло, ребят, смотрите. Это не толстое, это не советское. Потом вот такие вот крышки у меня пошли, горлышки от бутылок царского времени. Возможно, даже по рисунку видно, что аптека. Вот. И вот такая вот тоже встретилась. Я вот, Диман, специалист. Дим, скажи по этому стеклу. Скажу, что это 100% мальцовское стекло. Что означает мальцовское? Мальцовское, то есть это была при царском времени была фабрика Мальцова, которая выпускала стекло. То есть, и у них были определенные, так сказать, градации по форме, то есть, стекла. То есть у них есть специальный каталог, где это все можно отследить, как бы. То есть, и вот это вот 100% мальцовское стекло. То есть фундамент, я так предполагаю, будет хороший. Я думаю, что будет хороший. Все, поверили словам Диману. Да. Если Диман виноват, мы ему он из горла прям накажем его, накажем. Ладно, ребята, мы так что за советскую монету. Трешка 28-го Серега поднял. И пойдем, ребят, шурфить, как говорится. Ладно, ждем хороших находок. Думаю, будет. Вот он, этот холмик. Именно там я и копаю. Хороший фарфор даже, говоришь? Да. Ну, тонкий, хороший, да, тонкий. Да, тонкий прям. Ну, он такой, это невесомый. Фарфор просто костяной, называется костяной. Костяной? Да, костяной. О, как. А что означает, почему костяной? Ну, потому что ну, он как кость, короче, легкий, изи. И прочный, да? Да, прочный, так и так сказать. Вот, прочный. Это ломал, как пластик ломает. Он в земле вообще уже полежал так. Ну да, он тоже. Он сам по себе. Стекло тоже, ребят, стекло тоже гниет как бы. Воздушное, своего рода. Ладно, идем. Итак, ребят, вот смотрите, не обращайте внимания, что я неправильно шурфлю. Я хочу просто найти предел и сопутку. Знаете, идут кости, идет стекло, очень много пробок я вам показывал, хотя не показывал, чуть позже покажу. Но выпала вот такая стекляшка, вы подумаете, граненый стакан. Нет, видите, имеется символика царская и надпись. Надпись не знаю какое, но смотрите, когда я ее переворачиваю донышком и смотрим, что написано. Написано Мальцовское. Мальцовское. Только что мы там вот сидели, обсуждали именно про стекло. Я вам показывал сюжетик. И Диман сказал, что мальцовское стекло. И на самом деле, ребята, блин, Диман оказывается действительно специалист. Я думал, так, фуфел, а оказывается он специалист. Охренеть. Вот это да. Диману честь и хваля. То, что он определил стекло сразу мальцовское. Вот вам подтверждение. Ну, как раз Диман идет. Диман! Да, что ты что про стекло говорил? Какое? Мальцовское. Дима, а теперь смотри, вот, Дим, на просвет. Именно не так, а вот так вот. Читай. Ну, что? Ну, я же тебе сказал. Мальцовское, ёпты. Ну, я тебе определил сразу. Ну, красавчик, похоже. Красавчик, честь и уважение есть. Всё. Специалисты у нас. Кстати, прям вот. Прям класс. Даже... А я думал граненый сначала, а потом смотри, что-то граней слишком мало. Огранка, да, то есть. И огранка, то есть у него идет, короче, только, по-моему, 6 граней, короче. Вот. Ну да. И это... То есть, и у него бывает клеймо. Бывает без клейма. Ага. Бывает с клеймом, короче. Так что, ребята, ну, я думаю, нужно стоит продолжать шурфить этот фундамент.
если есть такое стекло, то монеты цари будут. Это дорогое стекло. Дорогое. Это дорогое стекло. То есть оно необычное. Дорогое? Стекло. Ну тогда да. Мы в карман его, ёпты. Все. Конечно, ты что. Так что копаем, продолжаем. К столу приглашаю! Итак, ребят, находка. Двушка, 24-й год. Наконец-то достойная монета. Все. У нас такое поверье. Нашел. А! Да, рал, двушка, 24-й. Идем к столу. Вот. У нас Диман около стола кайфует. Весь коп. Ладно, хорошо, ребята. Есть монеты, есть. Классно. Идем. Идем к столу. Итак, ребят, мы по нашей традиции, как у нас сегодня утром было заведено, как мы сюда приехали, монетку откапываем и к столу. К столу деда задобрить. Я поднял двушку 24-го. А Сергей поднял. Он ходит, огород, ребята, да. По распашке, по огородам. Здесь он ходил, там ходил. Мы ну, с Рустиком. Вот, вот бугор дома, вот там пониже бугры. То есть между домов они распахали, и как бы огород такой нелегальный. Да, и знаете, вот у него чистые, чистые потеряшки. А, что это у нас, Сереж, говорит? 61-й. 61-й двадцатка. Вот, приятная царская, 1896 год. Блин, я хочу сказать, что. Он прям не фундамент. Да, но она немножко с дефектом. Ну ничего, нормально. Самая первая у него, вот, которую я говорил, трешка 28-го. И вот печалька. Печалька 1-2 Николая. С дыркой. Год не посмотрел. 1895. Но она с дыркой. Это говно. Ну а в целом так, ребята, вы уж нас не обессудьте, но погода ужасная, мрачная, моросит дождик. И не знаю, как мы завтра будем выбираться, но дождь моросит с легкий. Вот. Для согрева, уж извините, мы немножко греемся. Так что ладно, за каждую находку. А за каждую находку, это у Сергея так заведено сегодня. Находку откапываем, монету, идем отметим, поздравим друг друга и задобрим деда. Не забываем деда, ребята, не забываем. Итак, ребят, смотрите, какой пейзаж красивый. Ребята, говорят по традиции, где начинается радуга или заканчивается, находится, ребята, клад. Вот такая красивая радуга, огромная, огромная. Там вот начинается, а может заканчивается. Итак, ребят, копаем мы вот с этим комрадом вдвоем. Все остальные ушли, спят. Вы знаете, я уже, наверное, 2 часа копаю. Ничего вам не показываю, не снимаю. Потому что здесь идут советики именно 61-го года. Но вот это я должен вам показать. Ой, какой тяжелый, ёпшки. И это, ребята, у нас. Блин, какой он тяжелый. Это, ребята, утюг. Утюжок. Блин, такой тяжелый. Слышали, да, как он упал мне? Ой, здесь еще что-то. Так, а это у нас, ребята, ухват. Видите, да? Сопутка, вернее, сопутка. Засыпка идет у нас глина красная. И вот этот холм, я так понимаю, это печь. И я сейчас буду уходить под печь. Вот первая сопуточка печная. Ухват. Был вот такой вот ножик. Ножик я, наверное, с собой возьму, потому что бодренький, хороший. У нас проблема с ножами. Вот, и вот такой вот... О, блядь, тяжелый, зараза! Тяжелый вот такой вот утюжок. Информацию по этому утюгу я вам прикреплю. Что это и как он выглядел изначально. Были раньше угольные. Вот такие. И потом были еще спиртовые. В общем... Историю утюгов я вам немножко прикреплю. Литой чугунный утюг, разогреваемый на огне, либо в горячей печи. Появились они в 18 веке. Производились вплоть до 20 века, так как во многих домах не было электричества. Чугунный утюг разогревался очень долго, не менее 30 минут. На смену жаровни с ручкой пришел паровой. Угольный утюг. Угольный утюг. Он появился в России только в 17 веке. Внутри чугунного корпуса закладывали горячие березовые угли, которые доставали прямо из печи.
А чтобы угли не высыпались, утюг, как сундук, закрывался на замочек. Кажется, утюг совсем остыл. Что делать? Утюг надо заново раздуть. Чтобы раздуть угли, утюгами раньше размахивали. Тюх-тюх-тюх, разгорелся мой утюг. Тюх-тюх-тюх-тюх, разгорелся наш утюг. Но в будущем утюги усовершенствовали трубами, чтобы была тяга. И размахивать утюгами уже не было надобности. Также появились спиртовые утюги. Но это уже другая история. Так что ладно, заберем мы его тоже. Конечно, отреставрировать его смысла нету, потому что здесь должно быть еще вот такая душка. Но душку я найти не могу, и реставрация, естественно, невозможна. Ну, вот такой вот утюг. Классно. Кенгулька охраняет мой покой. Да, да, малыш мой. Итак, ребят, не поверите, но до этого я вам показывал утюг. И вот смотрите, бабом. И еще один, ребята, в таком же сохране. В таком же сохране тоже такой же утюжок. Вы, может, подумаете, один и тот же. Нет, ребят, это не один и тот же. Вот он. Вот первый утюг, а вот второй. Один в один. Такой же сохран. Вот. К сожалению, рукояти нет. Два утюга. Ну, тяжелые. Так что ладно. Продолжаем идти в сторону печи. Может, что вкусное выпадет. Итак, ребята, прошел еще час. Диман проснулся. Разбудил всех. Серегу, Рустика. И сейчас они сидят около костра. Вот. Ну, у меня наконец-то из этого фундамента выпала царская монетка. Интересно то, что 1871 год. Достаточно дорогая. Я предполагаю, дорогая монета. ЕМ. К сожалению, со стороны орла имеются дефекты, удары. Но монета была дорогой. Так что ладно. Мы копаем. Остальные около костра чалятся. Зачетно, зачетно. Продолжаю уходить под печку. И вот монета выпала. Продолжаем, копаем дальше.